Джан Яман – известный турецкий актер. На текущий момент он задействован в сериале «Мистер Ошибка», где является исполнителем главной роли. Но, видимо, актер решил улучшить свое материальное положение и попробовать себя на новом поприще. Он пошел по стопам Бурака Озчивита, занявшись рекламой одежды. Именно такое сообщение появилось 19 августа в информационном издании «Гэджэ». В данном сообщении речь идет о том, что Джан подписал контракт с одним из популярных брендов на 2-летний срок. Причем контракт предусматривает участие актера не только в фотосессиях, но и съемки в видеороликах, предназначенных для показа как на родине, так и за рубежом. В свой первый съемочный день Джан Яман не только позировал перед объективом фотокамеры, но и пытался помочь коллегам за кадром, проявив свой талант грамотного продюсера и режиссера. Мы будем следить за развитием событий. Подписывайтесь на наш канал.